Узкий взгляд в клубе ТВ. Мы на вручении адских купленных премий Nightlife Awards. Слава богу, что есть какая-то халява, поэтому получается как-то что-то делать. А, пойдемте. Ай, боже мой, здравствуйте. Нет. Как ты думаешь, это все это куплено? Конечно, нет. А он молодой еще, ему... Нет. Дорого. Микрофоны работают, дорого. А тебе не говорили, что нельзя трогать микрофон ведущего? А я трогаю не микрофон. Дай мне. Ну как ты, отец? Все хорошо. А не тяжело быть черным в темноте? А, мы зря его высветили. Вот эта девушка участвует от Кубы на новой волне. Это такой фестиваль музыкальный. И... Правда? А спой что-нибудь. Сидела в тюрьме. Ты напухался уже, да? А там вот говорят, симпатичных мальчиков насилуют. Это было? Но я не симпатичен. Я шучу. Что ты ждешь от сегодняшней премии? Тебе что-нибудь дадут, думаешь? Это человек-легенда, человек, который создал стил MTV, потому что это VIP-уровень, потому что это новый стиль. Ну что, он неинтересный, пойдем дальше. Рядом со мной человек... Человек-трусы, да, автор самых замечательных трусов в мире, Макс Чернецов. Какой ты молодец, мне очень понравился. Ты же знал, что ты вручал сегодня? Конечно. Тебе не стыдно, что все куплено? Ты молодец. Ты... В конкурсе самых лучших молодцов ты занял второе место. Фомин первое. Давай. Дорогой Коля, Коля Николаша. Девушка, дай. Федя спит с агосфером. Сегодня мы выяснили, что у него всего лишь 20 метров. Жалина, вот смотри, почему... Агосфер. Мы выяснили, что у него всего лишь 20 метров. Приплатили. Мы на этом заканчиваем наш репортаж. Это узкий взгляд! Я вас люблю! Это Кубиночка! Ну, пока!